Всем привет! Сегодня наш выпуск посвящен всем тем, кто заинтересован в развитии собственного бизнеса. Мы находимся на международной выставке франшиз. Здесь представлены самые яркие и прибыльные франшизы нашей страны. Никто не ожидал, что эта выставка франшиз будет прямо такой активной, как она оказалась. Но вот приятно удивили. Выставка для нас прошла прекрасно в силу специфики нашего бизнеса. Мы ищем не просто людей, которые готовы развивать бизнес. Мы ищем единомышленников, партнеров, которые будут гореть образованием так же, как горим образованием мы. И много ли партнеров вам сегодня удалось приобрести? Как ни странно, мы ожидали гораздо меньше людей, заинтересованных в нашем бизнесе, в нашей идее, чем это оказалось на самом деле. Мы считаем, что у нас одно из самых лучших предложений по окупаемости и по бизнесу. Окупаемость, она в районе 3 месяцев. Нам присылают много писем наши дистрибьюторы из региона, которые хвалятся, что они купили это за 1.5 месяца, кто-то говорит, что за 2. Прекрасное мероприятие, считаю, хорошая организация. Несомненно, каждый человек может для себя найти то, что ему подходит. Сегодня в мире разные люди придумывают огромное количество разных новых электронных изделий, которые в будущем станут для людей стандартным потреблением. Вот мы их ищем по всему миру, очень сложно их изучаем, измеряем, проверяем и после этого вводим в ассортимент. Какой из дней вас впечатлил больше на фестивале? Вы знаете, 2 дня, они абсолютно разные. Собственно говоря, контингент, кто посещает это мероприятие. Вчера было очень много интересных клиентов, которые посетили выставку, именно тех, кто хотел бы купить франшизу. А сегодняшний день удивил, скажем так, тем, что было много таких потенциальных крупных инвесторов. То есть для нас оба дня были достаточно успешными. Каким капиталом должен обладать человек, чтобы купить вашу франшизу? Знаете, в общем-то, небольшим. Наверное, это одно из преимуществ нашей франшизы, что достаточно иметь 300, 400, до 500 тысяч рублей, чтобы открыть приблизительно вот такой вот магазин-студию, особенно в регионе. Особенно, наверное, если не в Москве. Если в Москве еще как-то это на это влияет, арендная плата более высокая, то в других городах, в принципе, ну, до 500 тысяч можно открыть уже полностью с арендными платежами, со всей, ну, практически готов уже бизнес. Впечатления от выставки очень положительные. Мы плодотворно поработали, записали много контактов. Надеемся, что у нас также будет дальнейшая отдача хорошая. Вот чем в этом году фестиваль франшиз отличается от других? Мы очень долго к нему готовились ранее, то есть подготовка занимала около 2 месяцев. Нам этого хватало. Сейчас мы расширили формат. В этом можно убедиться, судя по нашей аудитории, судя по нашим компаниям. С некоторыми компаниями, точнее, с большинством, я даже бы сказала, сотрудничаем еще с 2013-2012 года мы. Вот, есть, конечно, новая семья. Уже да, можно сказать и так. Ну что ж, выставка подходит к концу, но я уверена, что результатом ее станут огромное количество контрактов и побед. Всем пока! We could be